В эти выходные в Москве во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоялся всероссийский турнир по масс-рестлингу, посвященный памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Мои коллеги из Москвы продолжат тему. К сожалению, вот 7 лет, как с нами нет Романа Михайловича. Но память о нем живет, и в день проходят такие чудесные соревнования самого молодого вида спорта, который пропагандировал, который зачинал в России и в мире Роман Михайлович Дмитриев. Наша республика достойно представлена яркими спортсменами, и, как мы говорим, пусть победит сильнейший. Впервые на всероссийском уровне чемпионат провели в 2005 году, а сейчас этим спортом занимается уже более чем в 50 странах мира. Динамичное состязание и серьезное противоборство соперников происходит как среди мужчин, так и среди женщин. И держит напряжение как самих участников, так и зрителей. Несмотря на то, что в основном поединки длятся не более одной минуты, чтобы победить в одно мгновение, нужно выложиться на всю катушку, причем не только физически, но и психологически. Из года в год численно занимаешься, масс-рестлингом растет. Так по состоянию на сегодняшний день, по статистическим данным Минспорта России, занимается масс-рестлингом порядка 15 тысяч человек. Общероссийская спортивная федерация, федерация масс-рестлинга, провела очень большую работу за эти несколько лет по подготовке и утверждению всех правовых актов, которые предусмотрены федеральным законом о физической культуре и спорте. Всего же почтить память великого чемпиона, который и придумал название масс-рестлинг, приехало более 50 спортсменов из 7 регионов России. Это в первую очередь Саха-Якутия, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Калужская и Тверская области. Сегодня я стала победительницей всероссийского соревнования по масс-рестлингу в памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Он не только олимпийский чемпион, он, можно сказать, мой кумир. Я начинала масс-рестлинг благодаря вольной борьбе. Надеюсь, масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта, и я стану олимпийской чемпионкой. Роман Дмитриев был действительно выдающимся человеком, очень сильным спортсменом. Данный турнир, он для меня как отборочный к абсолютному чемпионату мира, который пройдет в городе Коламбус. Готовимся сейчас, будем надеяться, что покажем достойную борьбу на турнире мирового масштаба «Арнольд Классик». Поздравляем победителей сегодняшнего соревнования. Желаем им новых побед и, конечно же, ждем чемпионат, который пройдет в конце марта, начале апреля этого года в городе Долгопрудный. Михаил Кулаков, Александр Яцентюк, НВК Саха, Москва.